Всем привет! В этом выпуске речь пойдет о мотоцикле Иж Планета 3. Этот мотоцикл выпускался с 1971 года по 1977 год на Ижевском машиностроительном заводе. Эта модель имела трубчатую сварную раму, механическую с 4-ступенчатую коробку передач, аккумуляторную батарею в 6 Вт, барабанный тип тормозов с механическим приводом и многое другое. Наибольшая нагрузка этой модели составляла 170 кг и разгонялся до максимальной отметки 110 км в час. Расход топлива на 100 км составлял 3,8 литра. Стоит отметить, что этот мотоцикл имел ряд модификаций, а именно Иж Планета 301 выпускался с 1977 по 1981 год и Иж Планета 302 выпускался с 1981 по 1985 год. За все время существования данной модели было выпущено свыше 450 тысяч мотоциклов. На видео показан мотоцикл Иж Планета 3. Что скажете об этом мотоцикле? Пришлась по душе эта модель? Комментируйте видео, делитесь впечатлениями, подписывайтесь на канал и до новых выпусков, друзья. Пока!